нас в разборе Scania пешка 6х4 появилась. Такая вот немножко подразграбленная. Хотелось бы, конечно, восстановить. Машина не битая, но ее так нормально подразграбили. Много денег придется вкладывать. А год уже не совсем свежий. Друзья, убедительная просьба, сразу говорю. Запросы все по запчастям скидывайте на WhatsApp, Viber или звоните на номер, указанный под этим видео, потому что я не могу контролировать все сообщения в комментариях, в личке, там, в Инстаграме, ВКонтакте, в Одноклассниках, на Ютубе. Это все очень сложно и занимает много времени. Физически нет возможности. Так. Ну, я так понимаю, она стояла. Ее использовали как донора. Потому что вроде бы не битая, но много чего не хватает. Рама целая, документы в порядке. Перед продажей, я понимаю, поставили утильную резину на все оси. Но это нормальная практика. Двухлистовая рессора впереди. Ресивера целая. Коробку уже сняли. Двигатель. Проходной редуктор РБ-662, передаточная 3,42. Карданы отсутствуют. Резина на мусорку вся. Сзади у нас четырехлистовая рессора. Рама не ржавая, целенькая такая, выглядит неплохо. Задний редуктор. Редуктор заднего моста. Седло. Высота 150 с проставочкой такой рифленой. Такая у нас подвеска сзади. Маленький бак 300 дециметров кубических. Бак мочевины, глушитель. Раме читается прекрасно. Гур сухой, не сочится ничего с сальника. Чувствуем в салоне. Салон тоже подразграбили. Но в целом все как-то выглядит очень бодро. Все, что осталось. Кабина не битая. Кого интересуют запчасти с данного автомобиля, прошу, связывайтесь по телефону, поможем, все подскажем. Комплект спойлеров есть. И вот рядышком стоит полуприцеп Крона, рефрижератор 16-го года, который, я так вижу,
еще не успели разобрать. Стоит он уже довольно-таки давно. Вот такие вот оси САФ на коробах, дисковый тормоз, короб с таким изгибом, суппорт на 4 болта крепления. Одноштоковый. Отбойнички. Бак топливный. И может кого-то заинтересует праворульный Toyota Prado. В одних руках. Наверное, о нем отдельный обзорчик сниму. Может кому-то нужен такой автомобиль дорогой. Есть косяки по кузову, по кузовщине, но это устранимые вещи в виде вот таких вот штукенций. Вольво фашка. Очень круто перешито. Желто-черный цвет. Сидухи такие прям бомбические. Кабина дорогая такая. ТКХ 12 года в продаже. О нем отдельно видео выпущу. Есть 11 года, есть 12.